Каркунов, темный молочный шоколад, ну, два вида, 256 грамм за 589 рублей. Вот такие красивые, тоже упакованы уже, смотрите, в новогодние, такую красивую. Сверху вот одевается как картонная такая часть, на которой написано новогоднее поздравление с Новым годом. Вообще очень симпатично выполнена коробка. Каркунов, как всегда, на уровне, конечно же. Но вот это конкретно вроде бы темный шоколад, да? Угу. Ну, видимо, будет еще молочный. Знаете, только начинают выкладывать сладости в окей, поэтому, возможно, сейчас только один вид, но на ценнике вот указано, что темный и молочный. Возможно, в наборе два вкуса идет, два шарика разных. M&M's Friends. Конечно же, эти волшебные календари, которые появляются каждый год. Я думаю, что такой подарок однозначно понравится и детям, и даже взрослым. Вот такой подарочный набор 250 граммов уже со скидкой за 474 рубля. Здесь, кстати говоря, окошек меньше, то есть это не на весь декабрь, но тем не менее все равно приятно и очень атмосферно. Вот указано, что какие здесь шоколадки. Марс, Твикс, Сникерс, Баунти, Милки Вей и сам M&M's. Шоколадки эти, они в мини-форматах. Вот все указано. Вы открываете окошко и достаете свою сладость. 12, 18, 19. Ну, в общем, окошек здесь даже не 24. Окошек меньше. Но, тем не менее, подарок классный. За 250 грамм, в принципе, интересная цена. Смотрите, сколько всего в окей. Выбор огромнейший. Все хочется рассмотреть, все хочется вам показать. Давайте продолжим. Появились новинки интересные в этом году. Много всего. Вот, например, вот такой вот KitKat. Россия щедрая душа, подарочный набор. И KitKat. 219 рублей за 246 грамм. Скидка большая, стоил 369 рублей. Сразу же и скидочки на сладости. Поэтому обратите обязательно внимание. Вот такая большая подарочная конфета. Все-таки 249 граммов. Достаточно большой наборчик. Это столько же, сколько я показывала, например, в предыдущем календаре. Также можно подписать. От кого, для кого. Считаю это дополнительным все-таки плюсом. И подарок, и открытка. И внутри расписано, что же нас будет ждать. Шоколад Gold Mix с карамельной начинкой арахисом, шоколад. В общем, все написано, ставьте на паузу, читайте подробнее, кому интересно, что входит в состав этого наборчика новинки. Согласитесь, скидка ударная, действительно, 40%. Так что обратите внимание. Вот еще наборчики тоже в этом году новые появились. Новогодняя почта от России «Щедрая душа». Там будут две шоколадки «Россия» и шоколадка «Несквик». Цена 151 рубль за 195 граммов. Тоже 39% большая скидка, стоил он 249. Не знаю, ребята, стоил ли на самом деле он столько, или просто окей уже пытается как-то чуть-чуть схитрить, что это такая скидка. Может быть, на самом деле ее и нет, но все равно, в принципе, даже на такую цену, вот если не учитывать скидку, если ориентироваться, то цена за наборчик вполне себе оказывается привлекательная, поэтому не будем вникать. Nestle Nesquik наборчик новогодний, 116 граммов за 173 рубля, 25% скидка, стоил он аж 234. Сейчас за 173 тоже вполне приятный подарок. Опять-таки грамота Дедушки Мороза внутри еще находится, можно подписать тоже кому. Написано «От Дедушки Мороза». Ну, чудесный, великолепный вариант детского такого подарочка, презента, что находится внутри. Давайте посмотрим. Вот такие две штучки конфетки Несквик там, Криспи Несквик, еще один Несквик молочный. И с нугой, белым шоколадом. В общем, разные варианты. Шоколадок всего получается 5 штук в наборчике. Ну и плюс грамота еще какая-то. Личное поздравление Деда Мороза. Тоже, согласитесь, очень интересный такой, интересная идея и тоже новинка в этом году. Вот еще
Несквик новогодний за 173 рубля какой-то, но здесь вот лежат вот такие вот конфетки вкусные. Непонятно чуть-чуть с ценниками в Окее еще пока, поэтому сейчас будем по ходу дела разбираться и смотреть. Конфетки давайте посмотрим тогда, раз они здесь лежат. Вот она цена ниже. Трюфели микс, молочный и темный белый шоколад. 200 граммов за 589 рублей, со скидкой стоили 709. Ну это европейские вот эти конфетки, они всегда дорого стоят, но опять-таки на подарок, на Новый год, в качестве презента бельгийские, вот такой вот бельгийский качественный вкусный шоколад, к тому же здесь 200 граммов. Вот ставьте на паузу, читайте состав, понравится или нет вам данных конфеток. Ну, я считаю, что в принципе на подарок это будет любому человеку приятно. Особенно, мне кажется, подходит, конечно, больше не для детей, а для взрослых. Вот такое еще оформление и вот такой состав у этой коробочки. Тут тоже 200 граммов. Вот, ставьте на паузу, читайте, чем отличается вот предыдущая коробочка от этой и какая больше по вкусу нравится. Линд. Ох уж эти Линд. Настолько вкусняшек они нам предлагают. Набор молочного шоколада «Друзья Мишки» 100 грамм, 434 рубля. Ну, уже есть такая небольшая в 10% скидка. Линд, опять-таки, тоже, знаете, шоколад не самый бюджетный, однозначно, но, тем не менее, очень вкусный, очень яркий, очень красивый. Вот такие девчонки классические, которые появляются каждый год, и мальчишки, медвежата в шарфиках. Все очень красиво украшено, у девчонки бантик. Также там бусинка, вот эта стразинка. Ну, в общем, тут зависит от того, мальчику или девочке дарить. Но шоколад сам по себе, думаю, каждый знает, что вкусный молочный у Линд однозначно. Также есть вот эти большие шарики с наполнением и конфетки, наборы конфет. Это все появляется каждый год, но цены меняются, поэтому давайте смотреть. В наборе в этом просто невероятное, невероятное количество конфет. Наборчик такой 200 грамм. Линдор есть серебряный и золотой. 549 рублей стоит. Вот это, но это не он. Вот это другой какой-то серебряный. Хотя, может быть, и он тоже. Опять-таки, видите, как с ценниками здесь чуть-чуть. Надо еще по граммам будет сейчас посмотреть. Какому? Да, вот это, видимо, этот серебряный наборчик. Сколько? 200 грамм. 549 рублей от Линд. Он тоже был в прошлом году. А вот такие тогда конфетки сколько стоят? Вообще непонятно, пока цены нет. Мы сейчас дальше будем идти, и как только ценник попадется, я озвучу и скажу цену. Очень большой набор, в котором аж 36 конфеток. Конфетки, я так поняла, повторяются несколько раз, по 2 или по 3 раза. Но, тем не менее, там большой выбор конфет, это, конечно, очень приятно. Можно попробовать разные вкусы. Вообще, такой презент к чаю оценит любой, абсолютно любой сладкоежка. И вот такой поменьше наборчик, в котором идет 20 конфеток. Есть тоже повторяшки, но выбор очень-очень разнообразный. Вот по 2 раза, нет, по 3 раза, видимо, повторяются конфетки. Ну, какие 2, какие 3. Так что вот они еще. Покажу вам с обратной стороны. Какие там есть конфетки, ставьте на паузу, читайте подробнее. Конечно, это произведение искусства, и я считаю, что эти конфетки однозначно своих денег стоят. Пишите в комментариях, кто тоже любит Линд, кто пробовал, и как вы считаете, соизмерима ли цена и вкус этих конфеток пирожных. Вот второй наборчик, который побольше, тоже покажу. Ставьте на паузу, изучайте и читайте, какая конфетка с каким наполнением. Вот такие еще елочки от Линд, они тоже есть каждый год. Симпатичный такой наборчик, именно новогодняя коллекция. Олень скачет, сани, ну все атмосферно и красиво. Елочки в двух цветах, вот такая красненькая, 125 граммов, ну чуть больше шоколадки по количеству будет тут конфет. Конечно, состав Линд, ну, например, масловое, пальмовое масло входит, кокосовое масло, ну, не знаю. Не скажу, что состав у них хороший, у наших отечественных конфет намного вкуснее состав, но намного лучше состав, но по вкусу, конечно, Линд очень хорош. Вот еще золотая
коробочка есть. Золотая и красная. Линд-календарь еще также. Тоже адвент.